Хей, йоу, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру по названию Омега. Поехали, поехали, поехали. Так, в прошлой серии мы спасли нашего медведа. Теперь мы выбираемся отсюда и, по идее, идем спасать ниндзю. Идемте мы с вами спасать ниндзю. Скажем, боссы не такие уж сложные. Главное делать все спокойно и нормально. Так, а теперь у нас есть кто? Медведь. И мы с помощью медведя можем сделать такие вещицы. Как передвигать камешки. А камешки где у нас, ребята? Правильно, в первой локации, в которой мы были. Так, и здесь, да, кажется, что-то у нас было? Вот. А, я с помощью него не могу ломать. Я думал, у него выстрелы ломать будут. Я еще думал пойти, короче, в обратную ту локацию, где мы только что были. И спуститься с локацией. Если вот так посмотреть, то... Да. Непонятно ничего. Куда отправляемся, да? Мы идем в Тамблиф. Тамблиф. 24% игры уже пройдено. Отец. Мне нужно, чтобы ты меня магией запульнул. Так. Ага. Либо могу урон у винтовки увеличить. Давайте его урон увеличу, ладно. Потому что я навряд ли буду играть за этого бомбардировщика. Все. Теперь погнали сюда. Первую локацию. Смотри, где мы не были. В самом верху нам нужно, короче, локацию поменять. Ну, я хотя бы стрелять стал быстрее. Ну, как убивать. Плюс, если с каждого будет падать с каждой головы монетка, с каждого убитого будет. Где он нам нужен там? Короче, почти в самый верх нам нужно идти. Ну, здесь мы это все быстро проделаем. Здесь ничего сложного нету, даже хилиться не буду здесь. Даже хилиться не буду здесь. Ай. Или... Блин, ладно. Я немного тупанул, не туда побежал. Потому что я мог просто пролезть. Я локацию перепутал, ладно. Упал.
надеюсь, там две эти монеты не пропадут. Так, если не ошибаюсь, здесь, да? Блин, еще дальше. Слишком далеко бежать. Главное, у всех, видите, их второй этот. Выстрел, ладно. А, у роботов нет, окей. Так, ну медведь у нас теперь есть, поэтому здесь без проблем мы можем это провернуть. Плюс 30. Я чисто сюда за золотом, да, значит, пришел? Каев. Значит, фаса бежит. Иди мясо. Видим мясо, просто бежим. Нужно было взять, короче, купить телепорт. Хотя, что у нас можно здесь взять? Дальность с винтовки. Ладно. Так. Инвентарь, как ты выглядишь, понятненько. Да, полетели. Базальтовая шахта. И у нас опять есть вариант, куда пойти. Пойдемте сюда. Камика. Так, давай прыжок нужен. Двойной прыжок. Так, наверх можно забраться или нельзя? Тоже ниндзя нужен. Так, ну здесь это вариант последний, куда мы можем пойти. Только сюда. Робот.
взрывной камикадзе. Опять ниндзя нужен. Лаки. Просто на лаки. Так, тоже двойной кружок, да, нужен? Где мой солдат? Блин, у нас есть медведь. Да, вот такое будет у нас, да, босс? Это меня уже просто готовят. Текстурками был. Отлично. И главное, что я обязательно попадусь. Ага, платформа все-таки падает. Уже потом будет, я думаю, на 8. Если у нас в основном будет... Мужичок с этим. Если в основе будет этот мужичок. Мне нужны хиллеры. Хилл. Мне нужен хилл. Хилл. Повторно повезло. Везунчик. Да,
Так, сундук плюс еще 30 гол. Блин, давали бы разные черепа. Типа золотые, серебряные, бронзовые. Сохранялка была. Так, отлично. Она пуляет меня, где бы я не стоял. Что это у нас за развилка такая? Теперь ясно, что это у нас за развилка. Здесь я правильную сторону выбрал, куда идти. Я что-то тут жук не зацепил сверху. 7 голд. Да, я по идее правильно уже. ХП, мне нужно ХП. ХП, больше мяса. Опасненько. Опасненько. Кайф. А, мне кажется, наоборот. А не, я подумал, я где-то наоборот поднимаюсь. Так, сохранялка. Просто спидраним. Так, и у нас босс, да? Вижу дырку, значит, можно прятаться. Либо меня будут оттуда убивать.
Буровик 5000. Похоже, ты сунулся не в тот тоннель, сопляк. Это же кто станет твоей могилой. Воу-воу-воу. Не, ну сразу видно, что штурмовик на нас жестко. Ой, тихо. А ёлки-палки. А ё-моё. Оружие прокачено. О, все. Герой спасен. Дикс, умение двойной прыжок. Все, теперь мы можем ходить в другую локацию, куда хотим. Буду этим играть пока что этим. Хотя, ой, что, дробовик не убивает с ваншота? Ну нафиг. Сейчас я обиделся. Сейчас я немножко расстроен. Ладно, хотя бы где-то один прошел. Шестрее. Ладно. Так уж и быть. Хотя бы с двух выстрелов убивает. Так, там, да, у нас двойной прыжок нужен был? Только из-за сколько жизни? Вы мне... А, то есть он суицидится тоже. То сундук был... То сундук есть... 30 золотых есть. Так, стоять. Как это так? А я что, могу тот камень сюда же подвинуть? Ага, хер. Как я его подниму? Thank you.
Значит, я туда еще пока что не могу попасть. Добро. Давайте пока здесь все полутаем. Только не говорите, что... Ах ты ж, ё-моё. Тут можно как-то цепляться за железки. Ну ладно. Тогда все понятно. Тогда все понятненько. А мы же босса убили, да? Почему я тогда дальше записываю? А потому что нам нужно вернуться. Там был винт. Закупиться. Так. Дробовик. Нужно улучшить дробовик. А вот теперь мы зайдем сюда. И попытаемся грохнуть вот эту тварь. What the fuck? Окей. Мы не можем убивать полгнов, мы не можем с вами ломать еще коричневые блоки, мы с вами не можем лазить по трубам, поэтому как-то так. Давайте тогда на этом, я думаю, закончим. 31% тоже игры пройдем, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.